Привет, дорогие друзья, добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. В сегодняшнем видео я вам расскажу о новенькой версии iOS 14.0.1. Итак, что же нам предоставила новенькая iOS 14? Здесь никаких багов я не наблюдаю, то есть все так же работает быстренько. Баг единственный, который меня беспокоил, это был, конечно же, по автономности iOS 14. Тут поправлено по iPhone 7, то есть когда фотографировали, не отображалось фото. Поправлен баг по почте, то есть не отправлялись сторонние серверы. Поправлен также баг стороннего сервиса, подключенного браузера. То есть после перезагрузки обычно он слетал, теперь по умолчанию будет нормально. Отображение виджета News не работало, но он в принципе у нас и так не будет работать, то есть от него толку нет. И все на этом обновления закончены по факту. То есть по самой батарейке я уже могу конкретно говорить, когда я телефон заряжу на 100%, у меня 52 со 100, и посмотрим примерно после 12 часов использования, какая будет процентное соотношение по этой батарейке. А так я ничего вам не скажу. Система в принципе, ну, относительно нормально работает. Здесь пока ничего таки не скажешь. Пройдет какие-то сроки. Давайте проверим с вами батарейку. Вот. Будет ли глючить, не будет. И тогда будем говорить. Ну, есть глюки, конечно, подтормаживания даже на этой. Значит, это еще не такая стабильная. Емкость у меня также не потерялась. 99%. Ну а там будем смотреть, как пройдет хотя бы сутки, либо хотя бы часов 12, и тогда я вам скажу, стоит ее накатывать или нет. Пока еще нет. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, ставьте пальцы вверх, оставляйте ваши комментарии. Для меня это очень важно. Всем пока.